Здрасте. Кто тут мне спать не дает? Кто это тут мне спать не дает? Привет. Доброе утро. Нет, не ам, не кусь, не кусь цветочки, не кусь, нельзя. Наркиз, не кусь, не надо, пожалуйста. Ну, будь человеком. Ну, вот хотя бы даже и так, да. Ну, полежи спокойно. Не начинай сразу баловаться через минуту. Спи. Какой зайчик, а? И ты какой зайчик? Ну что? Ну что? Баловник такой. А? Ты баловник урчащий. Ты сейчас треснешь сейчас от своего урчания. А? Амр-мр. Чё такие штанишки непричесанные, а? Ай ты боже. Ай ты боже мой, ты боже. Ты такой длинный кот. Пошли кофе пить. Пойдем? Пойдешь кофе пить? Чё такой пыльный? Пыльный. Тебя вычесывают, вычесывают. Вычесывают тебя, вычесывают. И хоть бы что тебе? Животик толстенький. Станишки беленькие. Ой, а яка тебя корёжит. Яка тебя корёжит, а? От, от. Чё урчишь? Эй? Пошли кофе пить, пойдём. Идём. Здравствуйте, мои хорошие! Тере омикус, мои любимые! Здравствуйте, друзья мои по ту сторону экрана! Сегодня день Икс, как я его называю. Сегодня мы с мамой даем дёру на дачу. Собираем вещи. Опять чего-то каких-то вещей, опять чего-то почему-то всего полно. Сейчас заедем в магазин по пути. И поедем с вами на природу. Наша здесь справится. Справится. Я им наготовила. Есть у них здесь что покушать. Учиться будут. Все нормально будет. А мы немножечко с вами еще поживем на природе. Это что за пятки чьи? Поживем немножечко на природе еще. Вот так что сегодня в путь. Не помню, жаловалась вам или нет, кому говорила. У меня у компьютера сломалась мышка. Слава богу, у меня есть запасная всегда. Вот такая проводная, старая, всегда в портфеле для компьютера. В общем, мышка Logitech, хорошая, бесшумная. Проработала, не знаю, сколько, пару лет, и что-то она кликает, и это от файла не открывает. Я уже драйверы переставляла, и тут все выключала. Короче, не работает что-то. Вот, и муж пошел, купил мне мышку, опять тихую. Я говорю, не надо, может быть, говорит, не красную. Я говорю, может быть, и не красную, может быть, тогда бордовую. Знаете, как я люблю красный цвет. В общем, вот такая бесшумная тоже беспроводная мышка. Теперь у нас с вами. Но это остается в запасе все равно, проводная. Видите, как выручила? Ну, так. И будем с вами распаковывать сейчас мышку. Вот эту самую. И проверять ее в действии. Наш с вами рабочий инструмент. Мышку-нарушку. Да. Так, давайте посмотрим на чудо техники. Ой, какая хорошая. Под одеялом лежит. Главное цвет. То была красная. Ну, мы с ним шутим. Он говорит, может, не красная? Я говорю, конечно, не, давай не красную, давай бордовую. Вот этот цвет, Вася, ну как ты знал? Цвет, да. Вина Кинзмараули.
Нет, ну видите, все-таки заморовали темнее. Темнее. О, это как нашелся, нашелся сразу. Сразу нашелся. Это мат. Мат. Там батарейка. Да, не, да. Подожди, ты... Да, я надо выдернуть, ты видишь. Ты посмотри, ну, давай. Проверь, есть ли она вообще. Есть, поэтому это защитный элемент стоит. Вынуть? Да. И тогда она заработает. О. Ага. Смотри, чё она. И чё она. Коврик. Ой, теперь я вижу, какой грязный коврик по сравнению с мышкой. Ну и чё она? Ой, вообще ничего не слышно. Я щелкаю. Ты нажимаешь? Да, вот именно. И не слышно, что нажимаешь. Нет, хоть как-то надо. Нажимаю, и не слышно. Ужас. Ну и все, она уже заработала. Вообще не слышно. А старая как? А старая слышнее была. Тут вообще. Хорошо. Вообще без шума. Шикарно. Да? Спасибо. И мы уже в процессе, мы выехали, но выехали еще пока в магазин, уже маму забрали. И уже начинаем закупочку для дачи. Мы в Максиме, это недорогой магазин, дешевый. Сливы взяли, красный лук, перчик тоже будем себе фаршировать, имбирь. Мама будет меня иммунитет не поднимать. Лук, смотрите, какой сегодня лук, прямо как бутербродный, такой здоровый. А, сейчас посмотрим. А морковку, апельсин. Ага, давай тыковку. Посмотрим. Лимоны. Лимоны. Нет, это уже не надо взвешивать, это уже взвешено. Угу. Так, лимончики. Лимоны нет, нет, лимончик, а что-то 4. Ага. Вы не представляете, мы из того магазина в Таллине. Уселись, загрузились, и мы уже в Вихве. Нам до дачи осталось 50 километров. И нам тут захотелось чего-то еще в магазине. Ну, не смейтесь, не смейтесь. И мы тут решили еще зайти чего-нибудь. Муж смеется, что я как с бенефиса. Я все цветы с дня рождения забрала на дачу. Ну, что они будут там, этот самый, завянуты, все. Никто на них смотреть не будет. Муж говорит, забирай, будешь вся в розах на даче. Ну, я и забрала. А вы знаете, чего я забыла купить? Я забыла купить шарики для птиц. Вот, шарики у нас... Я взяла из дома все свои семечки, что у меня есть, для птичек, синичек. Вот, но... Мало им, наверное. Надо шарики еще повесить. Но белка... Знаете, такие жирные шарики для птичек. Но дело в том, что белка же все это утащит. Вот я и не знаю. Ну, в общем, короче... Пошла я с мамой за хлебушком. Ну, вы знаете, да? Мне главное сейчас не остановиться где-то, потому что... А мама уже не получится. Не получилось. Мама уже зависла. Из одного магазина в другой магазин. Где эти шарики-то, а? Ну, не выйдем же мы отсюда с шариками только. Ну, нет, ну не получается. Не умею. Раз за хлебушком пошел, то все. Это мы в Сельвере, в городе Ихве. Мама, все. Понятно. Смотрите, как у нас пусто. Многие всегда говорят, да? Как у вас в магазинах пусто? Там никого нет. Никого. И там мама одна, и вон там женщина с ребенком. Ну, естественно. В общем, нам дня рождения было мало. Мы решили здесь, в Сельвере, взять еще закусок и продолжить пир. День какой-то там уже, 25-й. Килька здесь и профитролия. И вот эти всякие ветчина, сыр с чесноком, господи. А вот это так. Что это? Ну, мы, в общем, сходили. Что мы должны были? За шариком шарики мы достали. И чай ромашковый. Там всякий сыр, дорогой, закуски. Маздамер, Гауда 8 месяцев. Там всякие сыры, пирожки, салатики. Мы, в общем, сегодня кутить будем. Вот так вот. Поняли? Вот так вот. А вы с нами? Так. Сколько мы тут? Набаловались мы на 84 евро. Пошли!
кутить будем. Без детей, без мужиков. А улыбаться. И мы приехали. На улице такая кромешная тьма, что мне вам ничего не показать даже было. Там абсолютно черно. Мы добрались, мы доехали. Темнотища, это вообще... Цветы так вот забрала с машины сейчас. Будем с вами сразу поджигать. В доме не холодно, а пахнет деревом. И так как-то, знаете, хорошо. Людей много. Ну, как-то, да, прохладно, сыро. Людей много, а в дачах соседи вот здесь все на месте. Очень приятно. Да, кстати, чернота абсолютно. Знаете, когда с города, кажется, не знаю что, как это дети такой. Все, мы на месте. Сейчас будем все разгружаться, будем пить чай, но поскольку у нас с вами сыро, да, мы первым делом сразу поджигаем камин. Сразу поджигаем. Через час будет. Да, 50 минут мы засекали с Васей после зимы, если приезжаешь. Через 50... Стоишь в куртке, в шапке, через 50 минут мы стояли в майках. Босиком на полу. Вот я запомнила. Эксперимент у нас с ним был такой. Ну вот. Все. Все. Ой, как хорошо. После города, да? После города и вдруг вот так. Очутиться через 2 часа. Совершенно в другом мире. Совершенно. Как там шумно в городе, у меня голова там. Ой, да, да, шумновато. Шумновато. Все время с какими-то сиренами. Ты еще сегодня не здоровалась с подписчиками? Или здорова? Добрый вечер. И что-то я не помню. Господа. Господа. Ой, нет, здесь тихо, хорошо. Ой, не будет здесь как-то одиноко нам, нет? Нет, не будет. Очень хорошо. Крестюши нет. Да, Крестюша. Ну, Крестюша уже все. У нее уже школа, у нее уже танцы, у нее уже все пошло. А не... сейчас тут уже бегала. Да, мне. Да. Чайник бы ставила. Лапушка. Не хотела, чтобы я уезжала. И муж тоже такой сразу грустный. Но ничего, маме тоже надо иногда это самое, перевести дух. Помолчать. Помолчать. Не, ну помолчать не выйдет. У нас же с вами будут стримы или нет? Будут у нас с вами стримы или нет? Пишите. Хотите стримы? Сейчас мы тут с мамой вдвоем, мы могли бы постримить, да? Да, можно. Хоть через день. Да? Только недолго. Только давайте не... Нет. Не давайте. Как будто вы меня мучите. Не я вас, а вы меня. Потом да, потом у меня голоса нет. Упрекали. Давайте, нет, потому что я жаловалась на связки и сказали, что 5 часов стримы не делают нормальные люди. Ну, это то нормальные, понимаете? Это... О чем можно говорить? Да, о чем можно говорить? Часа. Да, люди, которые там сидят и пишут, вам всем делать нечего. Ну, нечего, значит, нечего. Мы просто с вами хорошо общаемся. Может быть, будем делать чаще, но по 2 часа там, да, или как-то там. Попробуем утром. Да, ой, давайте пробовать но всякое. Утро у нас в 12. Да, когда проснулся, тогда и утро. Так, надо разбирать машину, надо ставить цветы в воду. И, ну, я сейчас так бегло покажу, что мы привезли, потому что там, в общем. Будем сейчас с вами чай пить. Ты слышишь? Озеро ревёт озеро. И камин, и тот тихо. Ну, это-то будет ой, тихо. Ой, да. Какая тишина здесь. Очень хорошо, да. Даже как-то страшно. Нет. А разобрали машину. Что-то я даже камеру в руки не взяла. Сейчас покажу, с чем чай пили. Сейчас покажу. Что хотела сказать? А, цветы. А мама цветы по вазам расставляет. И вот это. Я помню, в прошлом году после дня рождения, когда приехала, у меня тоже здесь в спальне бенефис был. О, а видно плохо. Цветочки. Сейчас еще букетик будет. А я, знаете, что бегу? Бегу поливать цветы. Все повисли цветы, конечно, что висели под крышей. Сейчас вам покажу. Тьму кромешную. Хотя у нас тут на веранде свет и горит.
Но дальше крыльца. Ну, лампочки только вот эти. Эти цветы все ничего. Все ничего, кроме вот этого, потому что он здесь под крышей. Но это бегония, может еще чего-то. Надо поливать скорее. Оно что-то спасло. Не знаю, ну, в общем, полила. Ну, осень. У нас так это. Ну, отцвели и ладно. Этот розовый вроде еще ничего. Тепло. Сейчас посмотрим, давайте, сколько градусов. А градусов... Да, это, наверное, просто мне жарко, потому что я разгружала машину. 16 плюс. Шум, слышите? Это озеро. Ничего не видно. В общем, озеро. Сейчас. Машину разбирала, не показала. Ну, короче, там много овощей. Много овощей, много фруктов. А сейчас на первый вечер чай попить со всяким вкусненьким. Вот, сейчас будем пить чай. Сейчас я вас с собой возьму. И еще я смотрю, что сирень какая прямо жухлая такая уже, ну, коричневая. Совсем так вот осень. Почему не может... Ой, вы меня не видите. Почему не может осень запоздать? Потому что весна запаздывала на 2,5 недели. Почему так не может сделать осень? Я не поняла. Как здесь тихо. Ой, хорошо, идемте в дом. Ну что, вам чай, Ник? О, уже надо руки вымыть. Ой, надо ключи переставить. Так, эти цветы я, наверное, вам тоже уберу, да, туда они здесь. Давай от тепла. Они от тепла здесь все, да, загнутся. Да нет, просто в тепле. Чтобы красиво было. Я утром их принесу, да? Утром принесу, чтобы красиво в комнате было. Ну вот. Ну вот, сюда принесла. А когда камин утром, тепло все сойдет, тогда я часть букетов отнесу в большую, тогда будет красиво у мамы там. Вот. А сейчас вот так. Так, мы с вами чай шлепить, кажется. Ай, хорошо, красиво. Приятно так. Будем сейчас чай пить. Понавытаскивала всего, но этого много. Маленький салат вот такой карри, канас, карри, курица. Вот. И креветочный. Креветки, яйцо и этот, пекинская капуста. Но этого мы сейчас не будем. И вот таких два поддона. Ну, может, по штучке. Что-то я тоже не хочу ничего есть. Профитроли. Это вот то, что у нас обычно на праздничном столе. Но что-то я последние разы перестала их брать, они киснут. Но не знаю. Профитроли с разными начинками. Здесь паштет, перец розе. Здесь с икрой небольшие. А это куриное что-то такое, да. Сладкие перчики. Вот эти. Ну, такая хорошие закуски. Обычно я их на день рождения, но... Что-то последние разы перестала я их брать. Или надоели, или я не знаю. И вот еще хотели бы, наверное, селедку лучше, поддон. Но было только с килькой. А с килечкой вот такие. На черном хлебушке. Там как специально здесь. Свет у нас здесь, конечно, не очень. Вот, с килькой такие. Они там специальный яичный паштет, килька, укроп там, но не просто масло. Ну вот сейчас по бутербродику и все. Салат даже не знаю. Что-то как-то устали, уже это... Да нет, не и есть уже не хочется, да. Это надо сжечь сейчас. Что-то там есть... Розовая не... бумага на кухне от цветов. Ага, хорошо. Что-то как-то есть неохота. Давай-ка я уберу все салаты в холодильник. Да, давай, уноси. Угощайтесь. Вам какую? Берите. Это с паштетом хорошее. Да. Угощайтесь. В общем, мои хорошие. А сейчас мы будем пить чай. Простите меня за мою неглиже. Мы уже в ночнушках. Глаза закройте.
Мы уже в ночнушках. Все свои, правда. Вот, вот такие хорошенькие профитролечки. В общем, мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Завтра утром мы с вами откроем глаза, а в лесу выйдем, будем нюхать, птиц слушать, кормить. На озеро прогуляемся, не знаю, завтра или нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго и хорошего. Чтобы у вас у всех было все-все хорошо. Будем наслаждаться осенью. До следующего видео. До завтра. И атака. Пока-пока. Вкусно. Ну что, мам, подложим еще камин, наверное, да? Ну, наверное. Угу. Как бы это окно бы открыть, но тут утром уже жарко, я сижу на ночнушке. Все, пока-пока.